Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие наши партнеры, инвесторы, все, кто смотрит на Ютубе, кто в вебинарной комнате, кто в записи будет смотреть, всех приветствую. У нас хороший солнечный день на улице, но мне приятно, что все-таки вы со мной. Сегодня мы продолжаем наш цикл по дубликации. У нас уже сегодня седьмая часть. Наш цикл называется «Простые шаги, приводящие к успеху». Меня зовут Любовь Федорова, кто будет смотреть первый раз. Сразу хочу сказать, что под трансляцией, потом, когда будет запись на канале, будут расположены все предыдущие части, то есть ссылочки на все предыдущие части, которые мы уже прошли, потому что сегодня у нас уже седьмая часть. Мы рассматриваем 7 задач спонсора в рамках цикла по дубликации, по дублицированию, каким образом нам выстраивать свою работу для того, чтобы получился успешный бизнес и у нас, и у наших партнеров, которых мы пригласили в проекты, которым мы помогаем делать эти первые шаги. И мы уже прошли постановку целей, создание книги контактов, планирование, телефонные звонки. Целых 2 вебинара у нас было по презентациям, потому что очень большая, достаточно обширная тема. И сегодня мы рассматриваем 6-ю задачу, и 7-я часть у нас получается так, о сопровождении. Что такое сопровождение? Это те дальнейшие шаги, которые мы предпринимаем для того, чтобы наше взаимодействие с нашим партнером приглашенным получилось, достигло своей цели. И когда мы выявляем, какая на самом деле цель нашего взаимодействия, так мы и выстраиваем свою работу по сопровождению. То есть мы сегодня рассмотрим, ответим на 3 таких вопроса, что такое правильное сопровождение, потому что, оказывается, оно может быть еще и неправильным, что такое конверсия, от чего она зависит, какие факторы влияют на нее, и чем отличается сопровождение от наставничества. То есть есть такой еще термин наставничество, и меня иногда спрашивали, поэтому я решила, что я сегодня немножечко подробнее об этом скажу. Мы с вами в рамках, на предыдущих вебинарах рассматривали, и практически каждый вебинар я начинала именно с этой схемы, потому что это схема дублирования системы работы, да, то есть самого человека, его фишки, его работу, его, может быть, полностью, как он строит свой бизнес и как он достигает успеха, мы не можем скопировать. Мы всегда смотрим, какие приемы он использует, учимся каким-то моментам у него, да, но все равно у нас есть целая система, и она такая 4-шаговая, и мы от нее никуда не денемся. Это, так сказать, такой костяк, да, дубликации. И мы говорили о том, что первые 3 шага – это приглашение человека на просмотр, наверное, какого-то вебинара, на первичную информацию о проекте, куда мы его дальше пригласим. Да, это может быть какая-то презентация личная или презентация там на 3, или разговор с нашим спонсором. Это может быть какой-то онлайн-вебинар, как сегодня. Это может быть презентация в зале, которую вот некоторые страны уже возобновили, у них уже разрешено, в некоторых странах еще нельзя встречаться. Но мы, приглашая этого человека на прослушивание первичной информации, уже делаем первые шаги по сегодняшней нашей 6-й задаче по сопровождению. Это уже называется сопровождение, потому что мы его в прямом смысле сопровождаем на прослушивание этой информации. Мы присутствуем с ним, мы делаем ему звонок либо встречу, чтобы узнать его мнение, понравилось, не понравилось, понятно, все ли понятно, может быть, нужна дополнительная информация. И вот эти 3 шага, это уже, можно сказать, есть первичные такие наши действия по сопровождению. Но самая большая работа по сопровождению начинается на 4-м шаге. И здесь нам важно распознать, что
нужно от нас этому нашему потенциальному партнеру. Я еще буду называть его клиент, может быть, да, этот человек, с которым мы начинаем общаться, вот его можно также назвать и клиент, потому что у нас есть две категории людей, их может быть больше, если брать так с нюансами, но основные две категории людей, которые быстро все схватывают, им достаточно просто рассказать о проекте, им их достаточно направить, показать какие-то шаги и потом в дальнейшем просто созваниваться периодически и поддерживать. Либо он звонит, задает вопросы, либо мы просто его поддерживаем. И он работает, у него все получается. Вторая категория людей, которые будут постоянно говорить нам о том, что им нужна помощь, и мы должны будем эту помощь оказывать. То есть вот третий шаг у нас произошел, мы человеку позвонили, он сказал: «Вау, все классно, мне понравилось, я хочу». Вот он познакомился с проектом, у него еще такой вот подъем, у него хорошее настроение, как говорится, такое воодушевление, мы тоже рады, что ему понравилось, у нас это все взаимное, да, и вот здесь очень важно сделать правильные шаги. То есть нам нужно сосредоточиться, что мы дальше делаем. Потому что есть такая статистика, если мы с человеком связываемся в течение первых 24 часов после того, как он получил информацию, да, будь то презентация, вебинар или наша встреча какая-то, или ролики, которые мы ему отправили, то он принимает очень быстро решение, и успех сделки, успешной сделки, да, будет 70%. То есть человек действует на эмоциях. У нас вообще такой бизнес, мы можем войти полностью на эмоциях и построить структуру, и создать большую команду, потому что мы делаем очень хорошее благое дело. Да, конечно, мы будем еще рассчитывать, потому что это финансы, мы будем думать, потому что это есть краткосрочная и долгосрочная перспектива, да, но тем не менее мы все равно все делаем на эмоциях. Мне кажется, человек очень много делает в жизни на эмоциях, также и покупки, принятие каких-то решений серьезных. Но, с одной стороны, это здорово. Если же мы оставляем человека на подумать, как говорят в Одессе, и созваниваемся с ним там на второй, четвертый день, то процент нашего успеха, процент успешной последующей сделки, он уже очень падает, остается всего лишь 23%. И если же мы оставили, дали человеку неделю или 10 дней, мы его пригласили, посмотрели и сказали: ладно, я позвоню, или сам позвонишь, как освободишься, или еще что-то там, всякие причины могут быть, то здесь еще очень важно, есть такой момент, что человек остывает. Он остывает, у него перегорели эмоции, он подумал, может быть, да ладно, я как-то жил без этого, ну и не буду. Или же за это время мы ему не позвонили, мы ничего ему больше не предложили, не спросили, чего ему там не хватило, может быть, или что ему еще надо. И все, кто-то другой ему позвонил, правильно сделал сопроводительные действия и пригласил его в другой проект, и он ушел. И мы звоним ему через 10 дней, он говорит: ой, знаешь, да, как-то так получилось, я там тебе не позвонил, а вот мне потом позвонили, а меня потом пригласили, я уже в другом проекте. Такое тоже бывает, и совершенно не со зла этот клиент сделал, и совершенно не потому, что ему наш проект не понравился, просто получилось так, что наши сопроводительные действия, наши дальнейшие, последующие шаги были неправильными. Вот. Мы знаем, что у нас существует три категории партнеров. Это просто потребитель. В нашем бизнесе это человек, который сделал инвестицию, получил свои залоговые акции и ждет, когда начнется прибыль, начнутся дивиденды. То есть и он совершенно осознанно на это идет, и он может прямо сразу при первой нашей встрече сказать: да, меня это заинтересовало, мне интересно, я вкладываю деньги в разные проекты, я активно там участие не принимаю, но вот я согласен. Да? Вот. Вторая категория – это продавцы. Это продавец, который может тет-а-тет сделать хорошую презентацию, довести до сделки, то есть, как говорится, сделку продать и все, и брать следующего человека, брать следующего. Он может выстраивать шикарную, большую первую линию. Но
Ну, еще со второй линии он может работать, а дальше в глубину никаких действий он не умеет делать, не хочет делать. То есть, допустим, он работает по теплому рынку, и вся его первая линия, кто еще смог пригласить там по, ну, как бы следующий уровень, да, кто приглашает, то есть наш продавец идеально работает, продает, делает первую линию, и все. И большего он не умеет делать и, возможно, не хочет делать. Я, по большому счету, начинала точно так и говорила: пожалуйста, не трогайте меня, не буду строить никаких структур. Я хочу делиться эмоцией только с теми людьми, вот случайно мы знакомы или там мои случайные встречи с моими друзьями или где-то в кругу друзей, просто расскажу. То есть я хочу вот так вот делиться и не ставить себе никакой целью, как сделать команду или еще что-то, поэтому не надо меня грузить. То есть я очень долго отпиралась и не хотела строить никакую структуру, потому что я вообще была не сетевик, я не понимала этого, не понимала, какой доход можно из глубины получать, поэтому для меня, вот я была продавец. Но у меня очень хорошо получалось делать первую линию. Вот. И третья категория – это конкретные люди, которые умеют строить бизнес, которые умеют строить команды, создавать структуру. То есть это сетевики, у которых есть хороший опыт, интерес, то есть им нравится руководить всей этой структурой. И, в принципе, как бы мы должны быть готовы, что любой человек, который к нам приходит, он будет принадлежать какой-то из этих категорий, и мы на все 100 с каждой из этих категорий работаем, и для каждой из этих категорий есть свои виды сопровождения. Оно немножечко по-разному все происходит, но, тем не менее, мы это делаем. То есть что у нас идет на четвертом шаге нашей первой схемы, да, когда мы начинаем поддерживать людей, когда мы начинаем их знакомить в первую очередь с кабинетом, с его разделами. То есть мы полностью все подробно рассказываем. Все, человек приходит в бизнес, мы его регистрируем и даем ему полную информацию. Мы знакомим его с маркетинг-планом, рассказываем, какие у нас бывают конкурсы, какие за это получают награды. Как мы говорили на предыдущем вебинаре, особенно если мы уже прекрасно видим, кто перед нами, какой психотип человека. Да? Мы знаем уже, на что сделать акценты, даже вот при этом первом знакомстве. Мы обязательно показываем, где находятся наши реферальные ссылки. Даже если это человек, который просто, вот как я говорю, из первой категории, который просто потребитель, узнав наш маркетинг-план, он может уже на первом же этапе, когда вы полностью его знакомите с кабинетом и со всеми нашими там платежными системами, с официальными каналами, маркетинг-план рассказываете, он уже может перейти во вторую категорию, в категорию продавца, потому что он поймет: о, так здесь же можно заработать, значит, я хочу взять хороший пакет, я пришел как потребитель, я выбрал себе какой-то пакет, но здесь оказывается хороший маркетинг-план, мне он нравится, и я здесь могу заработать либо полностью на оплату этого пакета, либо еще я смогу что-то взять. Да, поэтому мы все подробно обязательно рассказываем прям сразу на первых этапах, все рассказываем. Вот. Также очень важно держать все линии связи открытыми. То есть мы не только рассказываем клиенту и как бы его вовлекаем, ему показываем все возможности. Но точно так же, вернее, ну вот первую нашу с ним встречу, мы ему все рассказали, и если он нам сейчас не дает ответа, если он все-таки колеблется, мы всегда просим у него: разрешите нам поддерживать с вами дальше общение. Даже если уже сделали первую сделку, да, мы все равно спрашиваем: можно я вам позвоню, можно я вам напишу? У нас сейчас выйдут новости какие-то. То есть мы просим разрешения давать этому человеку дополнительную информацию. И отправляем, если уж нам сказали: да, конечно, я согласен, да, потому что мы не забываем, что мы можем встретить человека бизнеса, который очень такой любит конкретику, не тратит очень много своего времени на какую-то пустую, на пустые такие дела. Поэтому если мы ему
отправляем какую-то информацию, она должна быть, во-первых, очень корректной, она должна быть высокого качества, то есть это должна быть естественная информация с наших официальных каналов, из официальных источников, да? Потому что, может быть, будут такие люди, которые только начинают, и они говорят: мне интересно все, присылай мне все новости, присылай мне разные ролики, мне интересна любая-любая информация, да, то более деловые люди, они не будут все это рассматривать и пересматривать. Если они уже приняли решение, и они получили какую-то информацию, им нужна только четкая деловая информация, которая может либо их дать им уверенность, что у нас все хорошо, потому что многие люди тоже очень этого хотят, они прям требуют, они звонят, они спрашивают, им нужно быть уверенным, что в проекте все хорошо, даже если они не принимают никакого участия ни в каких наших процессах, они просто потребители. Вот. Ну и плюс должна быть какая-то хорошая, интересная, качественная информация. Вот. Если мы говорим, что мы отправим письмо, что мы на e-mail отправим, потому что с кем-то мы можем общаться по WhatsApp, мы-то можем смс-ку писать, где-то мы с кем-то в соцсетях можем скинуть ему какой-то ролик, да, вот. Но я как бы сразу хочу сориентировать на разные категории наших клиентов, поэтому если деловой человек, он, ну, как правило, общается посредством e-mail-ов, то мы ему пишем e-mail. Если мы хотим, чтобы наш e-mail был прочитанный, то в первую очередь в обязательном порядке мы пишем тему письма. Пишем тему письма, чтобы было понятно, о чем это, что это письмо от нас, чтобы оно не попало в спамы или чтобы на него можно было обратить сразу внимание, чтобы было понятно, что это не какая-то рассылка. Если мы договорились с человеком о последующей встрече, то как раз-таки мы и напоминаем ему об этой встрече e-mail-ом. Мы пишем дату встречи, там, о чем мы будем, если мы договорились, что мы будем делать регистрацию или там верификацию, то вы напоминаете, мы делаем верификацию, возьмите с собой паспорт, да, на нашу следующую встречу, которая состоится такого-то числа. Вот. Также можно отправить какую-нибудь ссылку на статью или на какой-то ролик, да, на нашем канале и в конце добавить, что вот, то есть мы написали, допустим, о нашей встрече последующей, да, и тут же мы добавили какую-то статью, чтобы, ну, вот, допустим, и пишем: Владимир, пока наша статья, вот пока статья, которую, как я думаю, вы с большим интересом прочтете, потому что она о том-то, о том-то, о том-то, мы с вами говорили, я вам говорил, там, допустим, вы спрашивали, да, то есть небольшая такая заметка должна быть. Не рекомендуется деловым людям писать, копировать статью и вставлять ее прямо вот в этот e-mail текстом. Да? Лучше пусть это будет ссылка. Это намного солиднее смотрится, и потом, может, человек сразу не может прочитать, то он сохранит ссылку, потом зайдет и посмотрит. Также, если у нас уже произошла одна сделка, и наш клиент не изъявил желания дальше с нами работать, он просто остается этим потребителям, нашим просто инвесторам, вот, подумаем о второй сделке. Вы можете также договориться, что у нас, допустим, скоро смена этапа, что на самом деле скоро будет. Так что мы смотрим, ждем анонсы. Вот, скоро смена этапа, возможно, будут новые условия, либо мы говорим, что на смене этапа будет дисконт меняться, поэтому выгоднее до смены этапа сделать еще одну сделку, возможно. Да? То есть мы никогда не забываем о том, что если человек один раз уже подписался, один раз стал инвестором, то он может это сделать и второй раз. Во-первых, он уже начинает больше изучать проект, потому что у него там вложены деньги, и он находит интересную информацию, это его может заинтересовать, поэтому не забываем этих людей, прозваниваем, делаем новые предложения, или у нас новые какие-то промоушены, или вот как сейчас, сегодня, кстати, последний день купонов, посвященных дню рождения Анатолия Эдуардовича, которые увеличивают дисконт 2 раза. То есть, понимаете, и постоянно мы держим этих людей тоже в курсе всего того, что у нас происходит. Ну и, естественно, чтобы выглядеть
также солидно, чтобы с нами хотели иметь дело. Вот мы, конечно, устанавливаем, если мы договариваемся о следующей встрече, то мы не говорим, ну, давайте я вам когда-нибудь там позвоню, да, то есть мы стараемся договориться в конце месяца, чтобы человек посмотрел свои планы, не уезжает ли он куда-то, да, то есть очень хорошо, если мы назначаем конкретно дату и время для нашей второй встречи или для нашей второй сделки, то есть это очень важные моменты. Также мы не забываем о том, что у наших, каждого нашего клиента есть очень много других знакомых, и мы всегда просим контакты. Смотрите, что получается. Опять, если наш довольный клиент, с которым произошла сделка, он рад, что у него вот появился такой пакет интересный с акциями, и он на эмоциях может нас рекомендовать каким-то своим знакомым, но при этом сам он не умеет делать презентации, в принципе, ему и не хочется этого делать, но если он доволен остался сделкой, он порекомендует нас своим знакомым. И вот здесь есть один такой момент, один такой нюанс. Даже если человек говорит, мне, я не буду строить структуру, мне не нужно, чтобы вы там регистрировали ко мне людей, можете брать их себе, так тоже иногда клиенты говорят, я считаю ошибочным зарегистрировать такого человека к себе в структуру. Я все-таки делаю так, я регистрирую ее вот того, к тому клиенту, который дал нам этого потенциального инвестора. Потому что когда он, который не собирался работать, но нам кого-то рекомендовал, вдруг видит, что у него появился человек, вдруг увидел проплату и увидел поступление на бонусный счет, это тоже может просто автоматом перевести его из категории потребитель в категорию продавец или даже строитель бизнеса. Поэтому если нам уж кто-то рекомендовал, то мы зарегистрируем его именно в его команду. Как каламбур, в общем, получился, но я думаю, вы меня поняли, что я хотела сказать. Вот. Также очень важно сохранять теплые контакты. То есть мы отправляем своим клиентам, своим партнерам какие-то послания, смс-ки, но не только о проекте. Не заваливаем его полностью информации только об этом, да, можно, мы же общаемся с человеком, мы же знаем, мы же выяснили его основной побуждающий фактор, мы же выяснили некоторые его хобби, мы уже все это умеем делать, да, и лучше мы поделимся какой-то информацией, которая ему может быть интересна, кроме нашего проекта. Вдруг нам попалось что-то интересное, что является его хобби, да, или там он художник, и мы узнали, какая-то выставка будет в нашем городе. Мы можем послать ему информацию об этом, мы понимаем, что ему это было бы интересно. То есть когда мы будем проявлять искренний интерес к своим клиентам, искренний, ну, заботу даже, можно так сказать, и не циклиться только на этом проекте, то между нами будут сохраняться такие теплые дружеские контакты. И это очень располагает. То есть мы не будем человека так грузить. Вот. Есть еще такие фишки. Сейчас это может быть показаться таким устаревшим, но так как сейчас этого нет, это может очень запомниться. Допустим, мы подготовим такие карточки, мы можем сами их заказать, можем просто где-то купить, если нам попадется, небольшие карточки, на которых будет написано, ну, просто благодарственные слова. Вот, например, там, допустим, просто спасибо или thank you, да, вот, и мы тогда на этой карточке можем либо от руки написать, либо уже сделать заготовку, куда мы просто впишем имя. Допустим, Владимир, спасибо тебе за то, что спасибо вам за то, что уделили сегодня время для разговора со мной. С нетерпением жду нашу следующую встречу такого-то числа. Да? И вы можете вставить там число, свое имя. Вот, и имя клиента, с которым вы поговорили. Вы можете эту карточку уже иметь с собой и просто отдать ему. Как знаете, написать, давайте мы здесь, вот мы договорились сразу о нашей второй встрече, да, и давайте я вам здесь запишу, чтобы вы не забыли, какого числа наша встреча. И вы вставляете просто дату, даете ему эту карточку. А он, когда ее берет, он видит, что там, оказывается, еще текст написанный.
такие моменты, они действительно очень запоминающие, запоминаются. И это будет тоже таким вот, можно сказать, особенным, особенной вашей фишкой. Вот. Можно эти карточки просто купить. Можно послать ее вообще по почте. Можно, не знаю, там в офис ее отправить. Или если это... Вы, допустим, в одном офисном здании находится ваш офис, и этот соседний, можете вот прям там же в офисном здании в их почту положить такую открытку. Ну, не знаю, но такие вот моменты, они сближают, они очень располагают. Главное, чтобы мы были открытыми. То есть мы всегда должны быть доступны. Если у кого-то что-то не получается, то, естественно, они будут звонить, будут спрашивать, да, и когда мы всегда можем ответить, поднять трубку, поговорить, ну, понятное дело, что не ночью, да, то есть когда мы всегда доступны, то у человека не пропадает желание работать, потому что если что-то непонятно, ты не знаешь, как это сделать, естественно, ты начинаешь тормозить, вот. А когда есть человек, который постоянно рядом, который поддерживает, который показывает, и как мы уже говорили, что мы делаем презентацию, новичок не умеет, очень хочет, но еще не умеет, поэтому мы приходим к нему на его встречу, и мы помогаем ему провести презентацию. Мы помогаем сделать регистрацию, мы помогаем, допустим, завести деньги в кабинет, что тоже часто бывают, системы как-то не срабатывают, да, иногда не могут разобраться, как пополнить в кабинете счета. То есть когда мы всегда рядом, вот это и есть наше правильное сопровождение, и тогда у нас получается правильная работа, хорошая, большая, дружная команда. Вот. Хочется сказать, что нет плохой презентации, есть плохое сопровождение, потому что презентация, она что? Это информация о проекте. Информацию о проекте человек может и сам найти в интернете, и любой вебинар. Вот пришли там 10 человек на вебинар, и они получили все одинаковую информацию, абсолютно одинаковую, да, но... У кого-то получилось сразу, потому что рядом с ним был хороший наставник, хороший помощник, который тут же рассказал, показал, да, а кто-то остался один, и, да, кто его знает, что там дальше делать, ну, ладно, покопаюсь, найду, сделаю, но не найду, так и будет. Значит, не мое, и все. То есть это все тоже зависит от того, кто рядом. Что я хотела сказать о конверсии? Что такое конверсия? Это соотношение каких-то наших выполненных действий к конечному результату. То есть, допустим, если мы даже возьмем наш сайт Skyworld Community, у нас там тоже есть реклама, и есть статистика. То есть, вот, допустим, 1000 человек увидели рекламу этого сайта. 600 человек совершили переход на этот сайт. 200 люди, которые оставили заявку на этом сайте и ждали, допустим, когда им придет какая-то дополнительная информация или там служба поддержки свяжется с ними, перезвонят, и всего лишь 20 человек, которые совершили покупку. Вот у нас конверсия получилась 20%. 100% 1000. 2%, да? От 1000 людей... 20 человек у нас совершили покупку, совершили сделку, то есть у нас 2% конверсия измеряется в процентах. И вот от чего она зависит? Она, конечно, зависит, как выполняется работа на каждом из этих этапов. То есть как доносится до человека информация, какое происходит информирование и сопровождение клиента для того, чтобы он совершил конечную сделку. То есть, ну, чтобы подробнее конкретно в нашем деле, у нас это называется фазы вовлечения. То есть мы сейчас, если рассматриваем наш проект, то первая фаза – это поиск потенциального инвестора. После этого, когда мы их находим, у нас происходит первое общение, то есть либо это встречи, либо это звонки. Дальше мы рассказываем о проекте, мы рассказываем о наших инвестиционных предложениях, мы рассказываем о маркетинге, да, то есть мы полностью знакомим с проектом и возможностями. Дальше делаем уже конкретное предложение, показываем, каким образом можно войти в проект.
И последняя, там пятая фаза, это уже сделка, заключение сделки. Мы можем это разделить, весь этот процесс, каждый для себя, может быть, еще на какие-то более мелкие шаги можно разделить, да, и у нас получится больше таких фаз. Но не это главное. Главное понимать, на какой фазе, если у нас маленькая очень конверсия, на какой фазе у нас идет торможение, что именно у нас не получается доделать или сделать правильно для того, чтобы дойти до последней, дойти до заключения сделки. То есть, допустим, где мы их ищем? Может, мы даже инвесторов неправильно ищем, не в тех местах, да? То есть мы анализируем. Вполне возможно, что у нас получится так, что мы чувствуем, что у нас находим инвестора быстро, первое общение у нас происходит быстро, презентацию мы делаем классно, и все, и люди не могут принять решение. Вот не могут принять решение. Тогда мы понимаем, что все, здесь презентации, нам казалось, что мы делаем классно, но мы здесь что-то не доделываем, потому что у нас все люди застряли конкретно на этой фазе где-то. И тогда мы начинаем разбирать подробно, что мы делаем не так, где общаемся с этими людьми, чего им не хватило, почему они не переходят в следующую фазу. То есть для нас важно знать средний цикл вовлечения, то есть сколько фаз мы проходим, да, и сколько сегодня потенциальных инвесторов у нас есть на каждой фазе. То есть мы берем листочек, например, и выписываем людей, которые точно знают о нашем проекте, которым точно мы дали какую-то информацию. И мы вот начинаем расписывать там, допустим, до презентации мы довели вот стольких людей, да, там, допустим, сделала уже предложение и показала инвестиционные наши какие-то, ну, эти предложения, там вот столько-то людей, да, и мы смотрим, на какой фазе, то есть сколько информации каждый из этих людей у нас уже получил. Но пока мы каждого из них поименно не распишем и не пропишем, сколько информации мы дали, мы не поймем, что с ними делать дальше. Как дальше выстраивать сопровождение. То есть мы его уже сопроводили до какого-то момента, да, и где-то он у нас остановился. То есть это еще называются такие дорожки успеха. То есть нашли, сообщили, встретили, сделали предложение и совершили инвестицию. Так вот, на сегодняшний день у каждого из нас запущены вот такие дорожки. Это вот как раз то, о чем я только что сказала. У нас очень много людей, допустим, которые знают о проекте, но которых мы еще не довели до сделки. И сейчас важно выявить эти фазы, где кто застрял, и довести их до конца. И дальше, когда мы переходим к новым людям, когда мы начинаем думать о том, что вот все, мы хотим пригласить следующего человека в проект, то нужно понимать, если у нас запущено больше 6 вот таких дорожек успеха, мы их условно называем успехом, конечно, потому что они все дойдут до конца и все будут успешными, то нам сложно будет работать, и мы где-то на каком-то этапе людей можем потерять. Мы не можем их всех в поле зрения держать, мы не можем их на них, на всех найти время. Действительно, это сложно. Вот, поэтому лучше всего, если сейчас, допустим, сделать анализ своей структуры, анализ тех людей, которых мы не довели даже до первой сделки, проанализировать свою работу, довести их до логического конца. Мы понимаем, что некоторые нам скажут «нет», мы это тоже проговаривали, мы к этому готовимся, кто-то скажет «нет, все, я передумал, все, мы тогда полностью этого человека убираем из списка, не тратим на него время, не уговариваем и идем дальше». И вот когда мы наведем порядок вот в этих всех успехах, успешных наших дорожках, которые мы запустили, мы только потом начинаем думать, чтобы привлекать новых людей. И уже дальше стараемся делать так, чтобы больше 6 одновременно у нас не было. Тогда мы будем, наша работа будет продуктивной, да, и мы будем в их глазах, в глазах приглашенных людей, мы будем выглядеть очень компетентно.
Вот. Хочется сказать, что дорога к успеху, она не бывает гладкой. Может быть, у кого-то все хорошо, все быстро получается, но не всегда она бывает гладкой, поэтому мы учимся. Вот мы сделали старт, продумали, проанализировали, запланировали и начинаем делать, да? Но вот я сейчас с легкостью могу вам сказать, я вам посоветую делать вот так. Думайте, анализируйте, планируйте, тренируйтесь и делайте, 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 все у вас получится. И это все будет выглядеть, знаете, как просто сухие рекомендации. Но опять-таки возвращаемся к тем двум категориям наших партнеров. Если ему ничего не надо, нужно только познакомить с проектом, и он сам пошел работать, и мы только, как говорится, пятки сверкают, и мы только смотрим и радуемся, да, и только иногда звоним, но нужна помощь? Нет, нет, не нужна. То вторая категория может нас спрашивать, а как это делать? Вот мы ему сказали, нужно вот то-то, 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 и тогда все получится, вот так делать, вот так. А как мне это делать? Как мне это делать? То есть человек задает постоянно вопрос «как?». И вот для того, чтобы мы смогли людей из категории потребитель перевести в категорию продавец или строитель бизнеса, нам необходимо для этих людей стать настоящими наставниками. Понимаете, как старший наставник, который будет отвечать ему на вопрос «как?». Не только что нужно делать, а как это нужно делать. И покажет, и расскажет, и, можно сказать, за руку проведет. Вот тут как раз включается такое настоящее наставничество, да? Мне хочется сказать, чтобы было понятно, вот в жизни, в быту у нас наставников мы в своей жизни встречаем очень много. Первое – это наши родители, которые рассказывали нам, как и что нужно делать. Там папа мальчиков учит, мама девочек, ну так зачастую бывает, да? Вот. Мы приходим на производство, нам дают наставника, который покажет, расскажет. Мы теорию знаем, но мы на практике еще это не попробовали. И вот мы под его чутким руководством пробуем это все на практике. И он нам еще раз показывает, если нужно, указывает на наши ошибки. Можно сказать, берет за руку и проводит. То есть он принимает нашу работу, да, то есть экзаменует нас. И только тогда, когда наставник уверен, что да, молодой специалист умеет работать, тогда молодой специалист начинает работать самостоятельно. Так и в нашей работе. Мы становимся наставником. И в наставничестве есть таких три основных этапа. Это знакомство, это сопровождение индивидуальное и это сопровождение всей структуры. Рассмотрим первое. Это знакомство. Знакомство имеется в виду не только в прямом смысле знакомства. Здравствуйте, меня зовут Петя, а меня Маша. Да, знакомство – это как раз выявление потребностей. Мы об этом тоже говорили, мы это умеем делать. Это выявление основного побуждающего фактора, чтобы мы понимали, что человеку нужно, в каком направлении помогать ему двигаться или подсказать, в каком направлении ему идти. Определение целевой группы. Да, то есть мы определяем, поговорив с человеком, выявив его потребности, мы понимаем, к какой группе он будет относиться. Это будет просто потребитель, это будет продавец, может быть, он умеет это, да, или это уже будет человек, который сразу со старта говорит, я знаю, что я хочу строить структуру, я хочу зарабатывать сегодня и сейчас, я хочу зарабатывать потом, я хочу иметь еще пассивный доход. То есть мы это тоже все выясняем и определяем. Дальше следующий этап знакомства – это знакомство с кабинетом. Я не буду повторяться, да, это вот сопровождение, которое мы только что обговорили. То есть мы полностью показываем кабинет, его возможности, все, что там можно найти. Вот. Но в наставничестве есть еще один такой термин – это вторичное знакомство. Он относится не к новичкам, он относится уже к партнерам, которые есть в наших структурах. То есть если мы не новичок, то вторичное знакомство нам есть смысл проделать. То есть
мы просматриваем свою структуру. И либо это люди, которые наши, прям вот буквально наши знакомые, наша первая линия, они сделали одну инвестицию и больше ничего не делают. И мы про них подзабыли, и на мероприятия они не приходят. Ну, как-то вот мы давно уже не виделись, вот. И потом у человека могли измениться какие-то, не знаю, свои там финансовые возможности, да, что-то в жизни могло произойти. И поэтому, прям, знаете, вот позвонить: здравствуй, Марина, я хочу с тобой еще раз познакомиться, да. Ну, расскажи, как у тебя дела, что у тебя произошло в жизни за тот момент, что мы не общались. И мы, можно сказать, еще раз проходим вот эти этапы. Человек нам рассказывает, что у него в жизни изменилось или не изменилось. И мы прощупываем его, чтобы понять, он сегодня остался в той же целевой группе, или он уже перешел, или мы уже можем его перевести. Да, то есть это был просто инвестор, но у него уже что-то изменилось, он как-то о нас даже не подумал. И вдруг мы ему позвонили, предложили и говорим: у нас сейчас акция такая хорошая, ты мог бы заработать. Вот, или не хотел бы ты попробовать все-таки заработать, у нас сейчас очень хорошие условия, на эти условия можно пригласить людей. Да, то есть вот это вторичное знакомство, оно помогает нам вернуться к тем людям, с которыми мы уже давно не взаимодействовали и ничего там не происходило. Также мы можем целенаправленно звонить тем людям, которые пришли как обычный инвестор, который ничего не собирается делать. Я думаю, у нас у всех структурах есть такие люди, и мы можем к нему опять обратиться, рассказать о наших изменениях, о том, о наших достижениях, вот, и сказать: ну, может быть, ты все-таки примешь решение включиться, потому что сейчас хорошие условия, да? Вот. То есть стоит об этом задуматься. Также можно позвонить тем людям, которые не в нашей, не в первой, не во второй линии, где-то в третьей, может быть, линии. И мы видим, что человек тоже ничего не происходит. Вот он зарегистрировался, и там ничего не происходит. Тогда мы можем лично ему позвонить и поговорить с ним, чего ему не хватило, почему он зарегистрировался там год назад, но до сих пор не сделал ни одной инвестиции. Да, это тоже будет относиться к этой категории знакомства, потому что мы с человеком еще не взаимодействовали, можно сказать, ну, не было работы никакой совместной. Правда, сейчас мы не можем просто открыть свою статистику, набрать номер телефона, но мы можем отследить цепочку, посмотреть, у кого он в первой линии, во второй, да, и таким образом, ну, то есть взять номер телефона, дойти до его спонсора и взять его номер телефона, чтобы побеседовать с этим человеком. Да, раньше мы могли просто открыть кабинет, взять номер телефона, но сейчас у нас такого нет. Поэтому прорабатывать структуру, делать первые контакты с теми людьми, которые есть уже у нас в структуре, тоже можно и нужно, потому что там, я считаю, что достаточно материала, с которым можно поработать. Но я извиняюсь за такое сравнение. Вот. Дальше сопровождение индивидуальное. Это как раз, когда мы не просто рекомендуем человеку, надо это сделать, это, да, показываем что-то, мы даем первое задание человеку. Вот он принял решение, что он будет работать. Все, мы как наставник показываем ему, давай первое задание. Какое мы можем дать самое первое задание? Ну, как всегда, оно банально, оно везде, во всех компаниях, но оно работает, да. Первое задание – написать список контактов, то есть написать там список из 50, из 100 имен, я не знаю, мы с каждым можно индивидуально договориться, чтобы вот они написали. Но эти задания не только давать, но их еще, естественно, нужно как учителю, как наставнику проверять. Вот, тогда к нему будет более ответственно относиться человек, который получил это задание. То есть мы говорим, договариваемся о следующей встрече, вот на следующую встречу ты принесешь и покажешь мне вот этот список, да? Вот. На вебинаре мы говорили, что как можно составлять эти списки, какие подсказки можно использовать для того, чтобы написать этот большой список. Потому что если подумать, то от 100 до 200 контактов мы запросто можем сами написать. Не факт, что у нас, может быть, все телефоны есть, да? Но имена людей мы можем написать. Вот. Поэтому
Вот так мы начинаем работать индивидуально уже со своим клиентом. Также мы говорили, что помогаем им поставить цели. То есть какие цели на сегодняшний день есть у человека, какие цели мы можем ему предложить, учитывая уже возможности нашего проекта. Вот. Здесь также может быть, когда мы говорим о наших статусах, да, мы рассказываем, что вот у нас есть такая система по росту по карьерной лестнице, да, и мы тогда планируем последующие шаги, что нужно сделать, в какие сроки, допустим, человек хочет достичь статуса лидера, да, мы можем даже задать ему вопрос, сколько ты хочешь заработать в первом месяце, вот как бы ты хотел, какой бы ты хотел сделать старт, да, пусть он прописывает все эти цифры, это все наши, как говорится, мечты, они материализуются, если мы их умеем правильно загадывать и записывать, да, что все наши цели, все нужно записывать и планировать. Вот. Также можно проработать лидеров из глубины. Допустим, та же история. Мы находим у себя в структуре. То есть первые три пункта, я говорила, это как мы прям работаем с новичком, берем его за руку, как наставник его ведем. Да? Но если у нас есть структура, и мы видим, что у нас в структуре, допустим, есть лидеры, которые еще год назад или там, 2 года назад стал лидером, и все, больше ничего не меняется. Мы можем по статистике понаблюдать, увеличивается ли, допустим, инвестиция, общая инвестиция его группы, да, и точно так же мы можем позвонить, предложить свою помощь, предложить какую-то встречу, тет-а-тет. Вот я, да, ты не в моей первой линии, но ты в моей структуре, и вот я вижу, что у тебя был хороший старт, ты очень быстро достиг лидера, а сейчас у тебя что-то не получается. Что не получается? Может быть, что-то изменилось, может быть, нужна какая-то помощь, может, человек просто отвлекся на другой проект, да, вот, тогда мы рассказываем о том, что у нас новенького, что у нас хорошего, то есть мы зажигаем опять его, мы предлагаем ему помощь, мы его зажигаем, мы предлагаем, может быть, даже ему собрать его лидеров и провести что-то такое вот структурное, да, какую-то беседу, какую-то презентацию, может быть, самое главное, самое такое распространенное ответы на вопросы. Вопросы, поверьте, у людей иногда бывает очень много вопросов, которые они не задают или им просто ну, некому их задать. Поэтому мы можем также индивидуально прорабатывать любого человека из глубины, даже если мы его совсем плохо знаем. То есть мы опять-таки через пригласителей добираемся до этого человека, находим его данные и общаемся. Это тоже будет сопровождение, то есть вы предлагаете помощь. Вы поможете, если человеку не нужна помощь, он скажет, нет, спасибо, не надо, да. Но зачастую бывает так, что люди интересуются, особенно если вы скажете, что вы готовы ответить на вопросы, поверьте, вопросы всегда будут. Да, вот. И третье – это сопровождение всей структуры, то есть мероприятия или действия, которые мы делаем конкретно для своей структуры. Но первое – это информирование. Это самое главное, чтобы люди получали информацию. То есть мы создаем какие-то чаты, мы их ведем, мы туда даем информацию. Мы можем делать смс-рассылки, опять-таки, с разрешения тех людей. Да? Мы можем, допустим, на e-mail отправить какую-то большую хорошую информацию, а смс-кой написать, что вам на e-mail и всем поступило от меня письмо. Там, открывайте, читайте. Да? Маленькая такая смс-очка, но это тоже вот внимание человеку. И вы можете сделать это конкретно по своей структуре. Люди любят, когда они находятся не в больших чатах, допустим, региональных чатах. Нет, там тоже много хорошей информации. То есть обязательно нужно быть там, чтобы понимать, что происходит в компании. Вот. Но люди любят, когда у них есть небольшие чаты, структурные, где они очень хорошо друг друга знают, где они могут пообщаться не только о проекте, но о чем-то там личном. Ну, о чем-то личном, да? Вот. Что еще относится к сопровождению структуры? Проведение собраний с лидерами.
Я не буду сейчас говорить, каждый раз мне просто не хочется говорить, вот сейчас из-за пандемии мы не можем. У нас все будет хорошо, и собрания мы тоже сможем проводить. Вот. Поэтому, когда мы проводим какие-то собрания, когда мы обговариваем какие-то проблемы, когда лидеры делятся своим опытом, у кого что получается хорошо, у кого что хуже, кто-то, у кого-то вообще что-то не получается. И когда это живое общение, оно, вот, оно помогает друг другу, и, во-первых, команда сплачивается, да, и очень хорошее дублирование получается, когда вы все вместе здесь с лидерами поработали, рассказали, каждый из этих лидеров может собрать свою маленькую группку, там, из 5-6 человек, и проделать то же самое, провести такую же беседу, спросить, что у вас не получается, дать какие-то рекомендации. То есть это тоже будет как бы дублицирование системы, системы работы, методов работы, способов взаимодействия, да, и в то же время это и есть сопровождение. Очень хорошо, если вместе вот всей своей структурой вы будете посещать какие-то мероприятия, тренинги, семинары, которые они могут относиться и конкретно к нашему предприятию, да, к нашему проекту, но они также могут относиться, может быть, к какому-то личностному росту или еще что-нибудь такое вот интересное, да, там по психологии что-то, потому что мы же работаем с людьми, мы тоже должны быть своего рода психологами. То есть самосовершенствоваться, саморазвиваться – это тоже здорово. И когда это происходит вместе всей структуры, вы можете это все обсудить, вы можете придумать, как это можно применить потом в своей работе, да, то это тоже очень важно и это очень здорово. Вот. Ну и немаловажно – это совместный досуг. Все-таки для поддержания команды в ресурсном состоянии, для того, чтобы был такой командный дух, для того, чтобы была дружба, сплочение, чтобы мы могли говорить, что мы действительно команда, необходимо проводить время вне работы, выезды на какие-то, я не знаю, экскурсии, на природу. Вот сейчас уже, слава богу, зима закончилась, пришло тепло, и можно уже выезжать куда-то на природу. На природе уже сейчас можно собираться большим количеством, чем в помещениях. Вот, поэтому очень важно проводить вместе всем время. Потому что это дает... Вот многие говорят, что сетевики – это не команды. Команды – это вот в офисе ребята работают, они каждый день все друг друга видят, они живут какой-то одной жизнью, и это команда. А вот у сетевиков команды получаются реже. Да, конечно, если брать в целом всех наших инвесторов из разных стран, я не могу сказать, что мы все вместе команда, да, хотя мы, в принципе, все делаем одно и то же дело. Но когда мы создаем свои структурные команды, это еще такие могут получиться, ну, такие дружные, крепкие коллективы и ударные, что еще позавидуют многие. Вот. Поэтому, пожалуйста, можно даже, знаете как, задать себе вопрос вот по вот этим понятиям наставничества, да, то есть считаю ли я себя наставником, сколько партнеров сейчас в моей структуре, сколько партнеров я сопровождаю в данный момент. Да, это то, о чем мы говорили, сколько у нас запущено дорожек успеха и скольким людям мы сейчас помогаем дойти до конечного результата, до сделки. Вот. Сколько лидеров и мастеров в моей структуре? Скольким лидерам и мастерам я, со сколькими лидерами и мастерами я так и не познакомился? Сколько активных партнеров в моей структуре принимают участие в мероприятиях и обучениях? Скольким партнерам в день я делаю звонки? Если мы можем на все эти вопросы ответить, и у нас, вот мы понимаем, что да, мы все это делаем, тогда мы можем смело назвать себя настоящими наставниками. Вот. Если же мы затрудняемся ответить, или мы понимаем, что я даже не знаю, сколько у меня мастеров, я даже некоторых из них вообще в глаза не видел, я даже не знаю, сколько у меня, из скольких стран есть партнеры, инвесторы в моей конкретной структуре, то есть на сколько стран мои ветки разошлись, да, то, конечно, мы не наставник, мы инвестор, но понимая, что есть такие вопросы, мы можем
понять, в каком направлении нам двигаться, над чем нам поработать для того, чтобы мы могли на эти вопросы ответить самому себе. Да, я звоню, да, я информирую людей. Потому что вот даже те же звонки очень хорошо, если мы будем делать, допустим, не по приглашениям чужим людям, как мы говорили, да, когда мы говорили о звонках, а просто, допустим, с предложением помощи. Даже если мы будем звонить одному человеку в день из своей структуры, предлагая помощь, задав ему вопросы, пригласив его на какое-то мероприятие, предложив ему отправить какую-то последнюю информацию, то это уже будут очень правильные шаги по сопровождению и по наставничеству. Поэтому я всем хочу пожелать быть настоящими наставниками, делать только правильные шаги для того, чтобы построить большие дружные команды, чтобы у всех были огромные структуры, потому что все-таки 90% нашего успеха – это тщательные и точные последующие действия после того, когда человек узнал о проекте. То есть если мы делаем, тщательно продумываем и планируем все свои действия, то выигрываем от этого все. И выигрываем мы, и выигрывает наш партнер, и выигрывает наш проект. Я всем желаю доброго вечера. Кто идет на вебинар Маслова, пожалуйста, переключайтесь, потому что через буквально несколько минут он начнется. Благодарю за внимание. И до следующего четверга, в следующий четверг мы закончим цикл и поговорим о возражениях. Всего доброго, до свидания.